Старт программе «Мой подъезд» был дан губернатором Московской области в 2017 году. На территории Одинцовского района она проходит второй год. За это время многие жители, чьи дома приняли участие в программе, оставили о ней положительные отзывы. Ирина Баланга, жительница 9-го дома в поселке Внеисок, в котором совсем недавно был завершен ремонт подъезда, рассказала о том, как проводились работы. Прочла в интернете о губернаторской программе по поводу ремонтов подъездов, и мне этот проект показался очень интересным. Вот. Но поскольку я уже обычный жилец, обычный собственник, все это оказалось так утомительно, что это нужно собирать общее собрание, что-то там решать. Вот. А потом пришли наши представители управляющей компании и сказали, что ничего страшного, все организуем, все сделаем. По словам самих жильцов, после ремонта стало гораздо лучше. Побелили стены, покрасили трубы, отремонтировали кафель, заменили почтовые ящики, светильники, спрятали провода в короба. И самая большая гордость для всех жильцов – это пластиковая дверь при входе в подъезд, которую установили вместо старой деревянной. Как рассказал Михаил Каратаев, к участию в проекте приглашаются жители. От них в рамках софинансирования может быть получена сумма до 5%. Есть лимиты, которые выделяются на каждый подъезд. Эти лимиты, они зависят от этажности. То есть чем больше этажей, тем больше сумма, которая выделяется на ремонт. И внутри этих лимитов можно уже определять те работы, которые наиболее жителям важны сейчас и интересны. На сегодняшний день в Одинцовском районе уже осуществлен ремонт 66 подъездов. В список обязательных работ входит ремонт напольных покрытий, входных групп, стен, окон, потолков, покраска и шпаклевка, замена почтовых ящиков и светильников. Виды работ выбираются и согласовываются вместе с жителями, с которыми также уточняются особенности, связанные, например, с цветом окраски или размещением светильников. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».